Ну что, ребят, будем снимать? Привет, мам. Привет. Что это? Это кнопка серебряная. Ага. Ты что, плохо видишь? Ну, как бы вот, мам. А как она здесь оказалась? Юли, зачем ты ее лижешь? Я не лижу, я ее целую. Классный альбомчик канала нам прислали, да? Да, классный, тут и наши фотки. Ну-ка. Правда, мы уже его по 10-му разу смотрим, но по-моему, даже не по 10-му, а по 20-му. А это я. Я такая классная и маленькая на этой фотке. Да-да-да, Юми, это ты. Все, последняя страница. Эх, классный, да, 100 раз уже его посмотрели. Чем бы нам еще заняться? Что будем делать-то, ребят? Че, может, еще раз альбомчик посмотрим? Кстати, по-моему, уже как-то перебор будет. Ну да. Ну, а что будем делать-то? Да, кстати, хай, ты на канале Magic Family, волшебная семейка. Ну и не удивляйся, что мы тут все говорящие. Да, не удивляйся, вместо этого лучше подписывайся, кнопочка внизу. Если что, я София, а это мой брат Эйван. Привет, мамы сегодня с нами нет. А я Юми Чу, покемон, а не щенок. Хоть мне никто и не верит. А я Миша. Лайк. Молодец, Миша. Ну так и что делать-то будем? Да, что будем делать-то, ребят, что снимать? Мама там с блогерами тусит, а мы не знаем, что снимать. Да, может быть, снимем что-нибудь полезное про литературу для владельцев собак и кошек? Да ну, Эйван, блин, ты как всегда, это слишком сложно. Может быть, лучше снимем что-нибудь про модные штучки для собак? Да ну, Софи, вот это точно уж слишком скучно. Может, Миша что-нибудь предложит? Не знаю даже, что снимать. Блин, так не пойдет, ребята, надо срочно что-нибудь придумать. Давайте подумаем еще какие-нибудь идеи в наших пушистых головах. Ох, Юми. Юми, идеи не думают. Их ищут, они приходят, понимаешь? Тебе в школу пора, по-моему. Идеи, сычешка. Я и так умная. Давайте лучше беситься. Или танцевать. Или играть и стоять на задних лапах. Нет, беситься, совсем не беситься. Юми, да, отстань ты от меня, я хочу танцевать. Иди вон, беситься. Беситься, 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 беситься. Юми, да, я хочу с тобой беситься, отстань. За ноги всех кусать и беситься. Вот что мы будем снимать, а не ваши эти умные штуки. Вот, беситься и снимать. Юми, отстань, успокойся, а ну-ка. Крутая идея. Тогда покемон Юмичу будет отрывать Эйвану голову. Юми, ерунду какую-то говоришь, блин. Отгрызать Эйвану уши. Отгрызать уши. Юми, 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 все, я сказал, отстань, отстань. Я супер покемон. Отстань. Я супер покемон. Отстань, я сказал. Почему? Юми, Юми, я сказал, перестань. Почему? Перестань, я сказал. Перестань, я сказал. Хватит, Юми. Стой, я сейчас зевнуть хочу. Не зевнешь, я тебе в рот залезу. О, господи, отстань от меня. Ну вот как бы вот так мы и живем. Мне кажется, я придумала, что мы будем снимать. Мы будем снимать. О, кто-то пришел, пошли. Юми, с нами не ходи, оставайся здесь. Ой-ой-ой, какие важные собаки. Здравствуйте, я вам тут посылочка вот пришла. А, интересно, что это за посылочка? Я вам приоткрыла тут крышечку. Ну-ка, спасибо, до свидания. Сейчас откроем и узнаем. Давайте откроем посылочку. Ну что там, Софи, давай скорее. Сейчас, подожди секунду. Кажется, тут какая-то надпись знакомая. Кажется, даже, ребята, это, по-моему, надпись YouTube. У меня, конечно, не очень хорошо с английским. YouTube. Точно. А что это, блин? Кажется, я знаю, что это. Это наша кнопка, Софи. Какие-то странные слова говорят. А я, кажется, поняла, что за кнопка. Так, давайте открывать до конца. Мне, Эйвану и нашей маме пришла наша серебряная кнопка на 100 тысяч подписчиков, по-моему. Почему только нам троим? Потому что Юми и Миша еще тогда не было на канале. Да, были только мы втроем. И даже хомячков, и муравьев, и других не было. Зажали кнопку вадины. Юми, мы не женщины, она правда наша. Ладно. Давайте откроем. Только непонятно, раз у нас уже 300 с лишним тысяч подписчиков, почему кнопка на 100 тысяч принесла только сейчас? Ну, видимо, она просто очень долго шла. Она же из самой Америки приехала. У мамы на канале уже тоже 220 с лишним тысяч подписчиков, но серебряной кнопки еще нет. Да, она ей до сих пор не приехала. Ай, понятно все. Может, уже откройте, а? Хоть посмотреть. Да, пожалуй. Так, крышка. Внутри у нас тут мягкий поролончик, чтобы кнопочка не повредилась. Так, надо как-то этот поролончик отсюда снять, чтобы посмотреть, что внутри. Ой, ну и старики. Так, Эйвен, давай, и ты снизу, я сверху. И тут у нас какая-то бумажка с кучей букв. Ну, это как бы вообще-то письмо от Ютуба. А что у нас тут под письмом? Рамка. И написано название канала. Стеклявка какая-то. Ух ты. О, ребята, смотрите, это же наша серебряная кнопка под стеклом в рамочке, блин. Ой, посмотрите, как она блестит, какая красивая. Да, классная кнопка у нас, круто. А название написано не Magic Family, а София Торва, как изначально назывался канал. И как сейчас называется ссылка на канал. Ага. Какая же она красивая. Гордость. А какая интересна следующая кнопка? Следующая кнопка Юми на миллион. Девчонки, давайте лучше вытащим эту рамочку, а? Да, давай, Васик, давай. Что-то не получается. Смотри, не поцарапай, Эйва. Сейчас, я не лапами, я мордой, головой ее оттуда приподниму. Кстати, коробочка очень мягенькая, можно из нее лежанку сделать. Крутянская у вас кнопка, но у меня будет миллионная. Юми, что значит у тебя будет? Она будет у нас. Да, Юми, она будет у нас всех, когда у нас будет миллион. Да, но этот миллион у вас будет благодаря мне, старики. Так что довольствуйтесь своей серебряной кнопочкой. А покемон Юми еще получит миллион. Да уж, Юми. Да, Юми. Да, Юми. Пока мы должны сказать спасибо подписчикам, потому что это все благодаря им. Да, ребят, спасибо большое за то, что вы помогаете нашему каналу. И делаете репосты из наших групп ВКонтакте и со страницы Мамы ВКонтакте. И подписывайтесь на Инстаграм и везде. И вообще, вы очень классные у нас. И приветики вот этим случайным репостнувшим из этого видео. Хоть я всего боюсь, но я вас люблю. Ну что, ребят, будем снимать? Привет, мам. Привет. Что это? Это кнопка серебряная. Ага. Ты что, плохо видишь?
Ну, как бы вот, мам. А как она здесь оказалась? Кто-нибудь объяснит? Софи? Да ладно, все, мам, не паникуй, просто курьер принес. И они ее распаковали. Ни мы с Мишей, мы нет. Я только чуть-чуть помогла. Миш, я-то знаю, что это точно не ты. Миша, лайк. Я надеюсь, что когда-нибудь у нас будет и золотая кнопка на миллион подписчиков. Юми, зачем ты ее лижешь? Я не лижу, я ее целую. Спасибо большое, ребята, вам, наши дорогие подписчики. Эта кнопка только благодаря тому, что вы нас смотрите. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Да-да-да-да-да-да-да. Юми, перестань, ты же портишь песню. Юми, пой слова, которые тебе сказали. Лялики, смотри, я. Лялики, смотри, я. Лялики, смотри, я. По-моему, мы запороли песню. Да уж.